счастье – это всего лишь побочный эффект правильно организованной жизни. Отсюда хороший вывод. Если у вас жизнь бардачная, она не будет счастливой. Вот вы должны четко понимать, что равенство, знак равенства. Счастье и правильно организованная жизнь – это равно знак равенства. Если у вас жизнь бардачная, у вас никогда счастья не будет.